Активное заселение новых районов по улицам Озерной, Менделеева и Рихарда Зорге вызвало необходимости новых социальных объектов. Так, на улице Рихарда Зорге идут работы по строительству школы номер 11. С апреля этого года на улице Озерной саровская компания ООО ТСК начала строительство Центра культурного развития. В новом двухэтажном здании предполагается разместить детские кружки и секции, проводить концерты, театральные представления, художественные выставки и творческие встречи. Будут оборудованы два зала. Один зал будет оборудован раздвижной сценой. Могут проводиться кукольные представления. Второй малый зал будет представлять собой такую мини, можно сказать, колокольню. То есть там будут расположены колокола. Для Центра культурного развития будет благоустроена прилегающая территория с площадкой и парковкой для машин и автобусов. Сейчас здание находится на нулевом цикле строительства. Рабочие заложили фундамент, возвели наружные стены цокольного этажа, идет утепление сооружения снаружи. По договору подрядчик должен завершить строительство в июне 2022 года. На данный момент ни опережений, ни отставаний нет. Идем по графику. То есть, как у нас было запланировано на июль месяц, это выполнение нулевого цикла здания. По сути, мы к нему и приблизились. Общая стоимость работ составляет более 214 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». К работам привлечены люди как из города, так и близлежащих районов. По мере необходимости в специалистах разного уровня подрядчик планирует увеличить количество рабочих. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.